Представители международной общественности впечатлены организацией первой в стране велогонки. В числе болельщиков были дипломаты европейских стран и тех государств, команды которых принимали участие в соревнованиях. Я посмотрел на общую организацию этих мероприятий. Вы знаете, просто одно удовольствие. И сами я перед началом гонки поговорил с нашими ребятами. Это большое удовольствие видеть вот эту организацию, как красиво организовано. Люди и смотрят и за гонки, и отдыхают одновременно. Этот спорт, спортсмены хорошие, они примеры для молодежи. Это я считаю очень важным. Знаю, что у вас тоже есть такие спорты, как, например, велоспорт, кроме этого, борьба, тяжелая атлетика и так дальше. Вот, и это в порядке так. Представитель сборной Голландии Линдер Шриус в Алматы впервые. Он не смог попасть в призовую тройку, но в следующем алматинском велотуре, а это событие считают эксперты вполне реально, амбициозный спортсмен планирует показать более высокие результаты. Атмосфера в вашем городе особенная. Для нас, гонщиков, организаторы предоставили идеальные условия. Вы очень хорошо подготовились к этим соревнованиям. Я удивлен, что вам удалось так провести первую гонку. Будем с нетерпением ждать следующего года. Возможно, в 2014 году тур Алматы станет двухдневным. О велосипедных стартах в Алматы знают не только в Казахстане, но и за рубежом. Этому имеются все предпосылки. Самое главное, наша страна получила опыт проведения профессиональных гонок мирового уровня. Айжан Курмашева, телеканал Алматы.